Ну что, пришло время раздавать. А потом, я всегда это хотела сделать. И раз футболку на голову. Мы в кадре. Ребята, о чем мы хотели сказать. Только что вы посмотрели, как мы победили подтанцовку Лещенко в битве подтанцовок во время песни «Уголок, узелок завяжется». А прямо сейчас кто там что победил? Пожалуйста. Друзья, маслицы, напоминаем, если вы вдруг забыли, достается у нас Максиму. 263 номер телефона заканчивается именно такие цифры у Максима. Он звонил, выиграл. Маслица, простите. Выиграл сегодня в викторине. Мой спа, мой стас, ты хотела, должна была сказать. Мой стас, покажи мой спа. Мой спа, сертификат номиналом 1000 рублей достается Анастасии на 200... На 80. Цифры не важны, да. Анастасия... Телефонов. Художественный, вот наконец-то. Я уже давно собиралась сказать. Кинотеатр художественный пойдет у нас Елена Дмитриевна. Честный человек, так называется. В драматический театр два билета. Один достается Анастасии Лисовской, а второй Татьяне С. На страничке ВКонтакте эти девушки у нас писали. Ну, а в музыкальный театр пойдут наши постоянные телезрительницы, активистки странички ВКонтакте «Утреннего коктейля». Это Алена Некипелова и Светлана Верхозина. Светлана Верхозина, кстати говоря, по-моему, не так часто пишет. Сегодня вам улыбнулась удача. Все, всех поздравляем, за всех рады, за всех поднимем бокал с кофе. А у нас прогноз погоды. Прямо сейчас.